Вновь всем доброго времени суток. Продолжаем наблюдать за фасткапом, простите, викендкапом номер 473 на Старладдере. Финал этого самого викендкапа. BO1. Противостояние между командами Контент, которые играют за Силы Света, и командой HCLI, которые играют за Силы Тьмы. Соответственно, Logistic Incorporated. H&S Logistic Incorporated. Так называется эта команда полностью. Ну и драфт, который мы видим. Рики и Оракл находятся в бане от Сил Тьмы. Стандартные Тимберсоу и Войд в бане от Сил Света команды Контент. И First Pick для команды Дайер — это Ио. Это Ио, Висп, называйте его как хотите. И не видели мы еще сегодня этого персонажа в пиках какой бы то ни было из команд. И посмотрим, кого вместе с этим Виспом себе ребята заберут. Потому как комбинаций много. Это Тини, Бристл Бэк, Chaos Knight. Много персонажей, действительно, которые реально с Ио... Это Хускар, в конце концов, которые реально с Ио могут сочетаться очень неплохо. И поэтому над первым пиком ребята уже задумались из команды Контент. Понимают они, что здесь может быть дело не чисто, что вторым пиком могут просто себе Ио Хускар какого-то взять. А как мы помним, на четвертый пик обычно от команды Контент как раз Хускар этот в бан залетал. Так что интересно будет посмотреть, кого ребята пикнут. Может быть, они украдут этого Хускара, сами попробуют за него поиграть. Будет интересно. Будет интересно. Пока это Дизраптор. Дизраптор хорош против Виспа, с кем бы он там ни был. Ну, в принципе, если успевает, он просто накидывает Статик Шторм и... Ого, Мипарь! Вот почему в прошлой карте был бан Мипаря от команды, которая играла против Контент. Потому что Мипарь пикается, и с ним играют реально Контент. Будет очень интересно посмотреть, как этот Мипарь будет реализован. Ну а Дизраптор просто накидывает Статик Шторм и Кинетик Филд, и, собственно, всех, кого там прилетает вместе, всех, кто прилетает вместе с Виспом, закидывает в эту комбинушку свою замечательную, и дальше уже можно их разбирать достаточно просто, быстро и без каких бы то ни было проблем. А мы же пока продолжаем наблюдать за стадией драфта. BO1 противостояние, напоминаю, в финале этого викендкапа. Но это не просто викендкап, это еще и открытая квалификация в Pro-лигу. Так что я думаю, что команды постараются показать нам максимально все, на что они способны. Ну и пока продолжается у нас распик. Дарксир был взят силами тьмы. Хускар и Рейс Кинг забанены. Тини также забанены. Но, в принципе, подбанивают всех персонажей, пока возможных для Виспа. Потому что, если действительно ребята хорошо играют этой связкой, то очень сложно этой связке противостоять. И действительно, вот забанили, ну вот, двух, как минимум, персонажей, которые с Виспом обычно у нас играют. Абадон также заходит в бан от команды Дайр. И первый пик для команды Сил Света во второй стадии пиков. Кстати, думали действительно долго над саппортом и потратили уже почти минуту дополнительного времени своего. Не так много его остается. Ну и как же мне будет интересно посмотреть на Мипаря. Как же ждал я каких-то интересных и необычных для стандартного распика персонажей. То есть это тот же Висп, это Мипа. И мы видим, что в финале совсем другие у нас драфты. У ребят они действительно что-то либо подготовили, либо надеются показать нам такого, чтобы... И противнику, собственно, тоже. Такого, чтобы мы прям удивились. Ну, противник просто мало того, что удивился, но еще и проиграл. Так что над третьим пиком тоже у нас Контент раздумывают очень и очень долго. И это Сэнд Кинг. Сэнд Кинг стандартный, все три карты мы его видим. Морфлинг от команды Дайр.
Ну, кстати, ИУ плюс морфлинг тоже жестко. Тоже жестко, если дать этому морфу раскачаться, то Спрокаст будет летать вместе с ИУ по всей карте, забирать все живое. Как раз мипарь может пострадать, потому что, да, в прокаст в одного мипаря ты убиваешь всех мипарей. Неприятно, конечно, неприятно. Что сказать? Но, опять же, морфлингу этому можно как-то противопостоять хорошо. И если не дать ему выформить необходимые артефакты, то все может быть печально. Просто, ну, тупо не будет хватать урона для того, чтобы мипаря забить. А, опять же, грамотный микроконтроль на мипа означает, что тот будет получать экспу и голду со всей возможной карты, с леса, с линии и так далее. Агра, кстати, забирает себе четвертым пиком ребята из команды Radiant. Агра мы видели в прошлом бане, во втором, в прошлой карте. Вот они, кстати, мипа, огр, которые были забанены. Акс от команды HNC Logic Incorporated. Акс против мипаря хорош. Акс против мипаря хорош, и пытаются всячески законтрить его, понимая, что действительно мипа силен, и да, он в принципе силен, и если грамотная поддержка у него есть, если сам мипарь грамотно все контролит, то действительно невероятно сложно против него играть, и пока всячески вот пытаются как раз этого персонажа законтрить. Нужен еще один кор, который может выйти в лейт, который может наносить урон команде Radiant, собственно, так же, как и команде Dire. Банят пока что Дазла. Ребята, понимая, что если Акс в команде противника, то и Дазл тоже будет в команде, может быть в команде противника, и тогда контрить его в принципе будет абсолютно нечем. И поэтому решают отправить его в бан, как раз потому что второго саппорта не хватает еще их оппонентам. Ну а что касается команды Сил Тьмы, то первый раз за все время они тратят дополнительный свой резерв и думают над пятым баном. У нас здесь есть станы, у нас здесь есть глимсы, так что какая-то Мирана могла бы залететь, в принципе, как мне кажется, в пик команды Сил Света. Да и количество урона, которое она будет наносить морфлингу с двойного Старсторма, очень мощное. Так что пока не совсем понятно, куда конкретно, как конкретно будет развиваться карта. Все зависит сейчас от последних банов, последнего бана и пиков. Да, Мирану. Мирану ребята банят, собственно, как мы и предполагали. Тот персонаж, который мог бы здесь делать многое, да и прыгать к виспу и забирать его за проказ, тоже дело нехитрое, в принципе. Ну и пятый пик для команды HNC Logic Incorporated. Какое длинное название все-таки. Аббревиатуру как-то читать не очень приятно. HCLI. HCLI. LE. Не знаю даже, как будет вернее. Но в любом случае, над пятым пиком себе времени оставили подумать очень много команды Сил Тьмы. И, собственно, может она все возможные варианты перебрать и придумать для себя того самого персонажа, который возьмет и выиграет эту карту. Собственно, что у нас есть? У нас есть фармящий Морклинг, Хардлейн Акс, фармящий Морклинг вместе с Дарксир. Хотя непонятно, это, скорее всего, дабла Акс Дарксир в харде. Это какой-то фармитель типа Морфлинга вместе с Ио на изи лейне и кто-то в мид. Либо это будет дабл мид Ио плюс кто-то там, какой-то, может быть, алхимик, например. Посмотрим, пока не совсем понятно. Потому что, ну, действительно, не ясно, не ясно. Или это может быть соло Акс изи лейн, может быть, соло Дарксир изи лейн пойти, какой-то дабл и триплой могут в харду с морфингом. Морфинг может стоять мид. Невероятное количество комбинаций. Опять же, в нынешней доте, в нынешней мете можно придумать все, что угодно, и это будет оправдано. Особенно, если вы этим как-то до этого играли, как-то это тренировали, и это еще и зайдет. Это может стать новой метой через какое-то время, например. Ну, а пока, действительно, минуту уже, больше минуты рассуждают над своим последним пиком команда Сил Тьмы. И совсем скоро мы уже увидим персонажа, которого они захотят для себя взять последним, заключительным. Это Тинкер. Это Тинкер в мид. Ого! Тинкер в мид, который будет фармить себе аганим для того, чтобы контрить мипа. Всячески пытаются этого мипаря цепануть. Единственное, что против Тинкера здесь полезного есть, это Дизраптор, по большому счету, который глимпсом может подпортить жизнь, конечно, Тинкеру.
очень серьезно. Если правильно глимсанет дизраптор на Тинкера, еще и туда кинетик фил статик шторм положит, то Тинкеру будет не жить вообще. Пятый пик для команды Сил Света, последний в этой карте, последний пик в этом турнире вообще нас сейчас ждет. И кто же? Кто же этот персонаж, который заключительным будет пикнут вообще в принципе в этой игре? Пак! Пак в мид для команды Radiant. Ну что ж, пики заключительной карты, финальной карты турнира Weekend Cup номер 473 перед вашими глазами. Надеюсь, что мы сейчас не будем вылетать, а нет, будем. Ну ладно, как вылетели, так и переподключимся, в принципе. И надеюсь, что Габен дальше разрешит нам смотреть доту без лагов, без пауз, без проблем. И спокойненько мы, собственно, это дело и продолжим. Так, пауза у нас заканчивается. Составы команд. Контент. Левик играет на Дизрапторе, Биха на Сэндкинге, Логерк на Огрмаге, Юник Фазер на Паке и Натин Аврал будет играть на Мипа. Их оппоненты команда HCLI. Инсейн будет играть на Аксе, Twitch TV Little Tragedy будет играть на Тинкере, АК-47 на Виспе. Стинг на Дарксире и Кинта, который пошел просто ставить варды в чужие леса. Что ты делаешь, дружище? Будет играть на Морфлинге. Кстати, это может быть саппортный Морфлинг. Это может быть саппортный Морфлинг, который просто будет максить Adaptive Strike. Максить Adaptive Strike, но не знаю, правда, кто туда будет фармировать. Так что, наверное, все-таки... Ну, не знаю, судя по тому, что Морфлинг взял себе два, ну, четыре варда и пошел ставить их в леса, наверное, он все же будет саппортным. Я не представляю другой возможности. Он тут занукался с самого начала, я так понимаю, хочет курицу забрать у Пака. Для того, чтобы у того не было бутылки. Варды здесь стоят, все куда-то кликают, все понимают. Что-то ребята понимают в этой игре. Ну и... Будем наблюдать за ними. Будем наблюдать за тем, как будет развиваться эта карта. Пока на нижней линии, на нижней руне находится почти вся команда Radiant. И здесь они ломают себе деревья для того, чтобы отводики как-то более приятно было делать. И нижнюю руну сейчас будут забирать. Кинта заныкался просто в лесах и не вылезает оттуда. Он просто стоит там и стоит и продолжает не вылезать. Он очень хочет курицу. Он очень хочет курицу. Пак и Тинкер тем временем руны забирают. Ну, собственно, мидерам, как обычно это бывает, руны отдают. И курицу Морфинг может тут дождаться. Конечно, проблема будет у него с уровнем, потому что здесь запуленный Пак. У него есть и Fury Fire, и два Тангуса. Так что может просто долго себе не вести действительно курицу. Пак дабла против него в миде, это Ио и Тинкер, разменивается пока по хпхам с Виспом, ну, Виспу, конечно, неприятно, Пак пока еще себе ничего не прокачал, на всякий случай, может быть, шифт ему придется взять. Снизу, тем временем, у нас Мипарь и Огр против Дарксира, Мипарю здесь будет неприятно, щитки жгут, мы уже видим, как щитки жгут. Так что всякая гадость может быть. Что касается Сэндкинга, то он здесь стоит против Акса. Видели мы уже такое стояние. И Сэндкинг в прошлый раз его выиграл. Посмотрим, как будет в этот раз. Что конкретно сможет он своему оппоненту здесь предоставить. Пока видим, что Акс агрит. Сейчас, если будет раскрутка, может Сэндкинг умереть. Сэндкинг в итоге выкапывается. И все нормально. В миде. В миде Морфлинг. У Морфлинга есть вейвформа. Это может быть неожиданностью для Пака, потому что ХП у него не очень много сейчас. Если его цепануть, Морфлинг просто пойдет и убьет его здесь. Ио приостанавливает тем временем игру. Не понял. У Ио есть бутылка, у Ио есть смок. В общем, все хорошо у него сейчас. Все, что нужно для начальных секунд, для начальных минут у него имеется. И почему бы, собственно, и... не попробовать здесь Пака забрать. У Пака есть Сайленс, есть Арба. Третий левел получает шифт, надо взять себе на всякий случай. Дружище, возьми себе шифт. Но берет Арбу в 2. Берет Арбу в 2 и курицу пока себе еще не несет. Курица пока здесь стоит.
Понимают, что может Морфлинг где-то находиться. Идет сюда Огр, у него есть Игнайт, и он просто пойдет пропалить сейчас Морфлинга. Пошел и пропалил Морфлинг. Оп, здрасте, дружище, что это ты здесь делаешь? На-к тебе дубинка по башке твоей водяной. Ну и после этого сразу курица пошла, естественно, к Паку. Не удалось хитрая заготовка команды Дайер, и Морфинг, конечно, руну здесь заберет, но очень много времени он там потратил, туда-сюда курица уже сбегала, в следующий раз курица будет уже грейженная, и Пак в миде здесь проседает, серьезно. В следующий раз курица будет уже грейженная, и не так приятно будет ее забирать, да и, наверное, не стоит делать. Акс здесь вынужден уходить с линии, потому что его просто прогнал Сент-Кинг, который качается, ну, собственно, так же, как предыдущие две карты мы видели, на 2 взят Каустик Финал, на 2 взят Боро Страйк, без инвиза пока что. А снизу Мипарь, несмотря на то, что серьезно ему тут мешает Дарксир, Мипарь имеет 11 крипов, что, в принципе, достаточно неплохо. Приходится вот так же и Морфлинг, и вот эта табла уже более агрессивно может здесь действовать на лайне. Цепанули Морфинга, Морфинг укатывается, мимо сетка попадает, 2 Мипаря получается, вторая сетка тоже мимо, и Морфлинг просто отдается нейтральным крипам для того, чтобы быстро вернуться на базу. Ну, почему бы и нет? Если бы его там где-то цепанули, было бы совсем печально. И вот такая трипла у нас здесь организовывается. Мип, Дизраптор и Огр Маг. В миде по-прежнему наблюдаем, что у Пака не так все хорошо, как хотелось бы. Но, с другой стороны, Пак здесь стоит против даблы. Поэтому по левелу у него все должно быть приятнее. Но видим, что даже это не так. И Пак по левелу примерно такой же. Мипа даже немножечко его ему здесь проигрывает. Курица ходит за курьером в вардике. Ну и разварживает, да. Хороший обзервер. Вот это, кстати, вард, походу, не блочит спаун. А, в принципе, все, что можно практически видеть. Сенкинг, есть у него мана на Боро Страйк. Поджарили немножко Сенкинга, не сбивается, правда, Кларити, так что, в принципе, плевать на Сенкинг. Хотя у него еще есть Тангус, так что может он его заюзать. Конечно, пришествие сюда Морфлинга — это печально. В принципе, прямо сейчас видит Морфлинга, должен валить отсюда. Сенкинг, у Морфлинга есть адаптив страйк. Нет перекачки пока. В миде приходит сюда Огр на хосте и будет пытаться как-то забирать Тинкера. Под виспом сделать это просто нереально, забрать виспа, в принципе. Под Тинкером тоже занятие не самое приятное, прямо скажем. Если подставится здесь Сент-Кинг под Агар Акса, то, скорее всего, Сент-Кинг здесь может отвалиться. Нужно быть очень аккуратным сейчас Аксу. Очень аккуратно, простите, Сенкингу. В миде пустились все-таки убивать Тинкера. И в итоге First Blood на паке, а Тинкера выхиливает висп, и не хватило немножко урона. Совсем чуть-чуть урона не хватило. Даже после того, как висп выхилил, осталось 57 хп буквально на топе. Тем временем забирают Сенкинга. То, что я говорил, что нужно быть ему очень аккуратно, если попадет он под Агаракса. А он попал под Агаракса. Собственно, Сенкинг здесь умрет 2-0 в пользу команды RCL, и пока что у нас есть. Ну, в принципе, ранние фраги — это, конечно, приятно, но серьезного преимущества никакого нет, потому что фармят примерно одинаково. Да, некоторые преимущества по фарму есть у команды Дайер за счет того, что в изи-линии здесь Мипарь чувствует себя не так приятно, как ему хотелось бы против Дарксира. Дарксир здесь подфармливает столько же, в принципе, крипов, сколько и Мипа, плюс может отходить в лес, подфармливать стаки, делать отвозики, ну, так что нормально все здесь. Мипарь же контролит просто своих, собственно, клонов и отправляет одного, либо подфармливать здесь так, после чего отправляет на базу, либо просто отправляет на базу для того, чтобы в нужный момент его притпшить и отправить другого на базу, который потерял некоторое количество здоровья здесь. Мипа может подставиться, но нет, пока нет. Пока нет. Пуф, и в 3, геострайка нет, сетка в 1. Здесь цепляются на Кинга, Сенкинга. Бежать надо, дружище, выкапывайся. Дружище, выкапывается. И все нормально. Все нормально. Огрмаг здесь был на подсейве в случае чего. Ну и нормально. В итоге переместившийся сюда висп ничего не смог по большому счету сделать. Пак забрал руну. Руна богатства у него в бутылочке имелась. Проигрывает он по-прежнему немножечко Тинкеру по крипстату, но не самое, наверное, приятное, конечно, что могло быть. Пак пошел еще за нижние руны, почему бы и нет. Волшебство. Волшебство — это неплохо. Волшебство — это значит, что где-то 6-й левел возьмет себе пак и сможет размотать, скорее всего, чуть ли не в соляру здесь. Того же Тинкера ставится Сентриак. Неплохой Сентриак. В принципе, вада только никакого не палит здесь. Пак продолжает фармить здесь крипасов.
в принципе, Мипа тоже чувствует себя неплохо. 1700 у него уже есть денег. Что будет себе он приобретать, пока непонятно. Пошел на стаки Тинкер. Тинкер пошел на стаки, выхиливает его Мипарь. Стаки эти никак не палятся командой Radiant. И огромное количество крипасов. Боже, сколько же сейчас с этих стаков получит Тинкер. Это просто что-то невероятное. Машины в три, и стаки фармятся на ура. Здесь продолжает. И под выхилом от Ио вообще без проблем забирает эти стаки. Понимают, ребята, что где находится сейчас их оппонент. Понимают, что нужно сделать. Если забрать сейчас Тинкера, будет очень приятно. Но Тинкера очень сложно забрать. Не хватает урона. Просто раскастовывается. Сонкинг, и все-таки Тинкер умирает. Даже зацепили Виспа. Виспа, скорее всего, не уйдет. Пытается что-то сделать. Прилетает сюда также. Дарксир раскастовывается. Минус 2 сейчас будет. Умирает Сонкинг. Пак. По-прежнему живет. Пак просто растепешивается отсюда. И цепанут ли еще кого-то? Да, цепанули Агра. Агра отсюда не отпустит. Агра отсюда просто не отпустит, несмотря на то, что у того есть вообще все, что, наверное, можно. Здесь морфинг. Огр? Не, ну Огр догорит. Огр просто догорит. В башке ему стучит Акс и Огр. Интересно, по какой голове стучит Акс Агру? По левой или по правой? В любом случае, Огр умирает. Тинкер не дофармил себе тапочки. Очень вовремя переместились туда команда Radiant и наказала Тинкера за такой беспечный фарм леса. Но travel тапков все равно остается не очень много. И, в принципе, давайте посмотрим, что у нас происходит по нетворсам. Видим здесь, что Тинкер имеет топ-1 нетворс почти 4000. На втором месте Мипарь, у которого Boots of Travel уже имеются. Голые, правда, Boots of Travel, но это не важно. Теперь он может Мипарей контролить просто невероятно. Как? Напоминаю, что разный кулдаун у travel тапков. Вот здесь они, например, готовы к использованию, а здесь у них 33 секунды на кулдаун. Так что Дизраптор тут умирает. Морфинг на хосте не простил его. Бедный Дизраптор. 1-5 в итоге сейчас по фрагам в пользу команды Dire. Видим, что 3000 по голде они ведут, 2000 по экспе. Также у них преимущество. Акс совсем скоро вывезет себе дагерочек. Что касается Синкинга, то у того до дагера не так все хорошо. Синкингу нужно валить отсюда, что он и делает. Может, Виспят-то сейчас могут его достать. Но нет, запутался немножко в крипах здесь сам Висп. И волна там в страйк не попадает все-таки. И Синкинг успевает отсюда свалить. Мипарь. 1000 после Boots of Travel. Boots of Travel также появляются и у Тинкера, который дофармил их, я так понимаю, где-то в лесах себе. Мипа имеет сейчас хороший прокаст, у него уже 9-й левел, и пуфы на 4 взяты. Пока, правда, 2 мипаря, ну, самих мипаря пока еще всего 2. Ну, я думаю, что скоро совсем появится и следующий. Дизраптор. Вот Дизраптору сейчас действительно нужно взять себе левел какой-то. Потому что третий левел на 10-й минуте — это, ну, грусть, печаль, тоска, обида. При этом на топе цепанули Сунгинга. Сунгин хочет раскастоваться по Ио. Станчик закидывается. Ио минус. Ио минус. Пытаются зацепить Акса. Акса нечем зацепить. Все потратили. Глимс не успевает кастовать. Дизраптор, боже мой. Долго ТП очень у него было, потому что Огр сюда уже ТПшился. Но Виспа убили. Хорошо. Реализация ульта Сунгинга, в принципе, неплоха. Мипа по-прежнему ни разу не умирал. Собственно, хотят это как-то, ребята, я так понимаю, исправить. Здесь Мипарь малых поимеет, отправляет его на базу на Тенорал и сам продолжает подправлять. 1800 у него уже имеется. То есть какой-то аганимчик-то может появиться очень-очень скоро. Здесь Морфлинг увидел Мипаря, пытается что-то с ним сделать. Адаптив Страйк Вэлла не попадает. И на самом деле Мипа здесь, скорее всего, отвалится, хотя очень вовремя прилетел сюда Пак. Морфлинг с максимум адаптив страйком, у него максимальное количество силы. В принципе, он вот просто стоит. И очень вовремя улетает отсюда Пак, успевает жить. Успевает просто жить. Иллюзии Пака тут принимают на себя урон. Через 3 секунды отсюда. И Виз должен улетать. Улетает он без Морфлинга. В итоге Дизраптор живет по-прежнему. Морфлинга цепанули. Морфлинг должен умирать. Перекачиваться ему некуда. Минус Морфлинг. Хорошо. Прилетел Дизраптор. Стенка. Стяжка. Хорошая. Начинает накидывать сзади там Тинкер. Есть даггер. Оксан уже его юзал. В итоге все выживают. Как они все выжили, вообще непонятно. Здесь Дизраптор просто заныкался в смог. И поэтому не добил его Тинкер. Какое хорошее микро от
команды Radiant забрали они здесь все-таки Морфлинга, перетянули сюда всю команду абсолютно противников. В это время продолжает фармить Сэд Кинг, в это время продолжает фармить Мипа, который, ну, неуловим пока является для команды противника. И в миде, конечно, вышка, скорее всего, будет сейчас забрана командой Дайер. Курица. Что в курице, интересно? В курице урна для Виспа. Сэд Кинг совсем скоро будет дагерочек у него. С дагером будет попроще. Пак. На пак сейчас могут выйти. На пака могут выйти. И залетает адаптив. Пака надо как-то сейвить, что-то пытаться сделать. Пак очень много урона получает. И в итоге все-таки выживает, не успевает. Так, сюда допрыгнуть буквально чуть-чуть. Хороший подкоп от Сенкинга. Сбить ничего не получается, но получается не очень приятный у него ультимейт. Хотя урон получает Морфлинг. Морфлинг, правда, саппорт. Цеплять как-то надо Акса. Акса зацепили. Акс начинает крутиться. Как же много урона наносит, но все равно разваливается. Здесь убили в отместку Агра. Растепешивается отсюда Мипали. Сбить его ТП нечем. Пытаются как-то дизрапторы здесь убивать. Дизраптор может еще заюзать. Кинетик филд не получается. Пак прыгает. Ну, в итоге 1 в 2. 1 в 2. Акс разменяли на двух саппортов. Тут улетают все отсюда, кто может. И продолжают. Продолжают в это время фармить Мипарь. Паря что-то появилось. Что появилось у Мипаря? Давайте посмотрим. Два куска на аганим. Почти три куска на аганим есть у Мипаря. И какой-то аганим дагер позволит ему чувствовать себя очень жестко. Очень жестко. Если вот так вот Тихо будет продолжать фармить на лане, его просто убьют. Его просто уничтожат. В это время Пак уничтожает Морфлинга в миде, получает за него 400 голды сам, и еще некоторое количество голды, я имею 200 с небольшим у Морфлинга. Прыгают. Акс на двоих. Может сейчас Мипа умереть. Мипа пытается что-то как-то себя засейвить, но слэм-данк по голове. Это первая смерть для Мипа в этой игре. Да, конечно, если больше одного Мипаря агрит на себя Акс, то выжить становится сложно. А если рядом находится еще и Тинкер, который просто пускает марши, гуляется всякими ракетами, лазерами, то, ну, совсем печаль, конечно. Для Мипаря 28 секунд его не будет в этой драке. Пак! Пак практически уже нафармил себе дагер. Буквально остается ему 100 голды этого замечательного артефакта. Акс в это время идет пытаться цеплять кого-то под Т2 команды противника. Здесь иллюзия. Репликейт Морфа гуляет в виде Дарксира. В это время Сэд Кинг. Сэд Кинг тоже практически добрался до даггера. Когда у ребят появятся даггеры, то есть должен появиться Пак, Мипа и Сэд Кинг, у них даггеры должны появиться, игра будет, мне кажется, совершенно другая. Осталось только нафармить эти артефакты. Морфлинг здесь понимает, что он в инвизе, немножко он перешел границу дозволенного, и все отсюда спокойно растепешиваются. Да, силы света сканируют территорию, понимают, что там кто-то еще есть, и верхнюю, верхнюю, простите, вышку будут забирать. В это время нижнюю вышку вполне может попробовать забрать Мипарь. Прилетает сюда Тинкер, у которого уже есть даггер, ловить его уже достаточно тяжело. По-прежнему находится он топ-1 по нетворсу, от него отстает Мипарь буквально на 500-600 голды. Ну и забирают верхнюю вышку Дарксир, снизу забрать ее никак не получилось. Как-то разменять вышку. И продолжает увеличиваться преимущество команды Дарь над своим оппонентом. Уже 5000 по голде они ведут и примерно 2500 по экспе. В принципе, как-то нужно Паку пытаться что-то делать. В принципе, даггер ему уже летит. Вот даггер. Вот даггер для Пака. Успевает убить Крипаса. Не допустится на него никто. Акс. Не Акс, простите, Морфлинг. Здесь. Сэд Кингу нельзя умирать сейчас. Сэд Кинг, дружище, уйди отсюда! Ты умрешь. Тебя просто убьют. Лол. Акс загрел Крипасов. Здесь. Прыгают. 4 секунды стана по Сэд Кингу. Пытаются его забрать. Как же много урона влетает. Успеет. Бороу Страйк успевает. Сюда влетает. Также Бак ставит отличный ультимейт по двоим. Можно пытаться дальше здесь кого-то убивать. Прыгает Тинкер. В итоге выжил Сэд Кинг. Пак. Что делает Пак? Пака здесь. Пак можно убить, попытаться. Но арба влетает. Арба, все, и выйдет, что может. Даггер еще через секунду откатывается, но находит здесь Пака. И слэм-данк от Акса. Пак все-таки умирает. Но у Пака уже есть даггер, а Сэд Кинг подожди своего даггера. Да, он покупает себе уже этот замечательный артефакт. И, ну, дизраптор здесь, наверное, без шансов. Дизраптор без шансов. Очередной фраг от Акса. Саппорт Морфлинг. Вот такая неожиданность сейчас мешает команде контент жить на этой карте. Нужно еще некоторое количество времени Мипарю для того, чтобы продолжать
свой фарм уже в большем количестве. Мы видим, что Аганим, в принципе, у него уже имеется. Аганим это сейчас, я думаю, на базе он себе заберет. И появится на свет еще один клон замечательного Мипаря. Тем временем Т2 без боя отдают здесь Рейдиант, хотя Сент-Кинг, но ни по кому не попадает, хотя начинает трусить Дарксира, но Дарксира так просто не затрусишь, прилетает сюда Висп, пытается кого-то, а Висп сюда уже тот, что прилетел, ставится ультимейт от Дизраптора, Дарксир продолжает здесь бегать, пытается его увести, но успеют ли, нет, выхиливает Висп просто невероятно и забирает его на базу, в итоге Сент-Кинг сейчас может умереть просто от ультимейта Акса, что и происходит, в итоге один в один пока размен, дальше прыгает Акс еще и зарубает здесь бедного Мипаря, идет дальше, вообще никого не боится. Чуть не зарубил третьего, и третьего зарубил, боже мой, что он делает? Он просто один здесь уходит, и четвертого успеет зарубить, но маны у него не хватает немножко. Убивает четверых просто раскладкой под Т3 Акс. Как же жестко он здесь действует, какое количество денег он тут получает. 1700 голды. Это какой-то еще просто тупо артефакт на Акса. Сейчас можно себе взять какой-то вангвард, я не знаю, все что угодно. Как же он здесь забожил. Просто не могли его пробить ничем. Быстро очень умер Мипарь, несмотря на то, что у него есть Аганим, он просто не успел раскастоваться так, как ему, наверное, хотелось бы. И Акс становится, просто хардлейн Акс становится топ-2 на творце на карте. Он опережает уже Мипаря даже. Единственная возможность сейчас для команды Radiant что-то сделать, это затерпеть и нафармить 6 слотов для Мипаря. Если Мипарь будет со слотами, можно будет убивать людей, можно будет спалять Тинкера, можно будет делать что-то еще противное и так далее. Пока же преимущество команды Дайр велико. Насколько велико, судите сами. Почти 10 тысяч по голде, почти 5 тысяч по XP, и это на 18 минуте. На 18 минуте 10 тысяч голды — это невероятно много. Это невероятно много. Пытается растопочить отсюда Мипарь, и это получается. Сеточку на всякий случай назад откидывает, и да, не успевает Акс за ним никуда, в миде, тем временем. Пак прыгает, но поймать никого не получается. Продолжает здесь раскидывать скиллы Тинкер, снизу тем временем Акс пытается убить Мипаря, и Акс приканчивает этого замечательного персонажа. Кроме того, Сент-Кинг, Борл Страйк, ну еще долго, да, минус Сент-Кинг. Успевает уйти в Виз, и слэм, да. Да, Акс в этой карте просто невероятен. Против него я не знаю, что нужно сделать против него. У него имеется сейчас 16 брони, больше, чем 1500 хп, блейдмейл, он просто идет, а Пака пытается убить. Пак умирает. Дарксир забирает его. Да, на самом деле тяжело. Тяжело будет сейчас команде Контент что-то сделать со своим оппонентом. Здесь репликей такса просто стоит около вышки и крипс кипит. А в это время настоящий Акс вместе с Виспарем. Виспарь. Вместе с Ио и Дарксиром лупят вышку. Понятно, что дело, что урон по вышкам, непосредственно вот по самим вышкам, мало у команды Дайр, но как-то выходить здесь сложно. Как-то выходить здесь все равно очень сложно. Акс прыгает, загрел Огра, минус Огр. Начинает колдовать Сент-Кинг. Сент-Кинг прыгает, пытается забрать Виспа. Висп в итоге выживает. Гриммер Кейп его прячет. Не может его убить никто. Да и Висп, пожалуйста. Нет, Висп выживает. Висп выживает. Сеточка, хотя неплохо. Сент-Кинг, секунда у него до чего-нибудь. Но здесь уже начинает разваливать все живое. Акс не успевает Мипарь ничего сделать. Акс может прыгнуть сейчас и убить. Просто Мипаря получает стан. Глимс. Все, чтобы засейвить Мипаря. Но прилетает сюда также Мортлинг. Пытается убить Мипарь. Пытается раскастоваться. Улететь домой. И в итоге живет. Начинает накидывать по Морфлингу. Морфлинг. Умирает, гем отдает, Морфлинг. Неплохая игра для команды Radiant. Сейчас они разменялись очень хорошо. Акс по-прежнему здесь, по-прежнему рядом. Вышку не отдали. Т3 строение вообще не погрюзано. А вот два персонажа команды Дайер находится в таверне. Очень вовремя Мипарь расконтролил одного из своих клонов и убрал из-под фокуса. Видим, что у него 1400 после Аганима уже имеется. На самом деле, как только Мипа приобретет даггер, смогут сами инициировать рейдианты. Смогут сами инициировать, а вот не ждать инициации со стороны противника. Потому что пока им против Акса делать нечего. А если Акса пытаться вырубать до замеса, то почему бы и нет? Почему бы и нет? Если сеточки грамотно расконтроливать, если пуфами просто пойти и забрать, то можно без Акса дальше драться. Понятное дело, что тяжело в любом случае будет, потому что
есть и Морфлинг достаточно мобильный, и Висп, и Дарксир с Даггером. Тут, кстати, снизу у Драка Мип в очередной раз умирает. Обидно, обидно. Ну, Мипареву сложно. Как только он появляется где-то на лайне, туда же идет тут же релокейт, репликейт и все. Мипарь пока не оправдывает себя. Не получается. Да, он в первой из своей команды по нетворсу, но он четвертый по нетворсу в принципе. Пак. Пак нужно быть аккуратным. Ставятся варды, прыгают на Пака. Пак не успевает ничего сделать, получает огромный стан. Цепляют его, Дизраптор здесь хороший ультимейт откидывает. Виспа надо забирать, Виспа надо забирать, тратить на него очень много. Висп в итоге умирает, раскастовался здесь откид. Отличная стяжка, но стенка немножко поздно, Пак умирает. Размена уже 1-1, Мипа все еще по-прежнему находится в таверне. Гем отдает здесь Пак опять команде Дайрс. Кто это их гем? Забрал, верни на место. Ну и под маршами заходят на Т3 строение. Ребята, здесь Морфлинг просто 2-260 хп. 2-260 хп Морфлинг. Саппорт. Пятая позиция. Полетела сетка. Паксу. Ну а дальше что? Дальше очень больно. Здесь Дизраптор его просто Акс сейчас заберет. Иллюзия Акса. Нет. Дизраптор живет, да, выжил. Дизраптор успел на базу прийти. По-прежнему пытается откидываться сетками здесь Мипарь. В принципе, у него это получается. Но вышка, хороший подкоп от Сенкинга. Сетка. Сетка никакого не попадает. Не попадает. Прилетает сюда с релокейта Виспарь. Мипа стоит в стане. Мипа стоит в стане. Акс агрит двоих, это в очередной раз минус Мипа. Это, скорее всего, будет good game. Это, скорее всего, будет good game, потому что мало просто сил для того, чтобы сейчас обороняться. Мипа выкупается. Есть еще шансы пытаться что-то сделать. Надо как-то гнать народ, надо как-то цеплять. Но не хватает ранжа просто на развороте. Сейчас опять прыгает Акс. Как же он агрессивно играет. В итоге ставится по нему ультимейт Пака. Сеточка. Но Пак должен выживать отсюда. Пак, боже мой, стоял в стане все это время. Акс все-таки забирает Пака горелкой. И нет у него выкупа. Первая сторона для команды Дайр. И по большому счету... Но по большому счету здесь уже это преимущество не отыграть. Не отыграть. 20 тысяч. 23 минута, 20 тысяч голды. Забирают первую сторону. И могут просто идти и заканчивать, мне кажется. Да, появился уже Мипа. Пойдут спокойненько, отойдут. Все эти деньги, которые ребята получили, преобразуют в артефакты. Конечно, не хочется команде контент проигрывать. Конечно, не пишут они good game. Пытаются как-то через Мипаря дальше вывести. Но у Мипаря нету денег. У него нету ни артефактов, ни денег. У него уже 10 минут не появлялось. Ну там, может быть, 8 или 5. У него просто ничего не появляется. Потому что это кэрри команды Radiant. И нужно ему как-то артефакты свои доставать. Акс. Акс получился персонажем, которого не получилось просто законтрить здесь. Раскустовался. Хороший эпицентр. Но нет. Но нет. Ультимейт от Дизраптора не успевает ничего дальше сделать. Минус Дизраптор. И развал кабинетов на стороне команды. Да. На Radiant здесь. Цепанули. Хорошо. Убили Морфлинга. А дальше что? Выкупается Сент Кинг. Гем валяется. Агрит Акс пытается убить Мипаря. Мипа умирает. 80 секунд без байбека. Вторая сторона здесь сейчас будет падать. И по большому счету это good game. Акс зарешал просто эту карту. Good game. Good game, пишет команда Content. Что ж, поздравляем их оппонентов. Поздравляем команду HNS Logic Incorporated с тем, что они выигрывают этот Weekend Cup и получают слот в Pro серию. Или в квалификацию в Pro серию, кстати. Достаточно интересный здесь момент. 25 минут. Очень большое преимущество со стороны команды Dire. Реализовали они свою задумку невероятно круто. Акс 15-2-8 здесь отыграл и никаких шансов не оставил Мипарю от команды Radiant. Ну что ж, на этом Weekend Cup заканчивается. Последнюю карту этого самого Weekend Cup мы только что с вами увидели. И трансляцию на этом мы этого Weekend Cup заканчиваем. Поздравляем еще раз команду HCLI с тем, что они победили. Ну и надеемся, что совсем скоро продолжим мы смотреть и наблюдать за играми StarLadder. Ну а пока спасибо за то, что были с нами. Спасибо за просмотр и до новых встреч, уважаемые друзья.